Первый полуфинал проиграли. Мини-футбольный клуб «Нефтяник» на домашней площадке уступил команде «Алмаз Алроса», представляющей Якутию. Коллектив, который базируется в Москве, стал соперником сургутян на стадии 1/2 финала высшей лиги. Хозяев площадки пришли поддержать больше 1000 болельщиков. Однако порадовать их не удалось. После неплохого первого тайма, который завершился со счетом 1-2, во второй половине сургутяне допустили провал в обороне и уступили 2-6. Повторный матч между этими же соперниками пройдет в столице 21 мая. Победитель дуэли выйдет в финал, проигравшая команда поборется за бронзу. Я не знал, как будет играть, конечно, команда «Нефтяника». Но мы были готовы, или они будут в прессинг играть, или будут низко садиться. У нас было разработано, и как разбивать и зонную оборону, и выход из-под прессинга. Я думаю, сегодня получилось. Но в первом тайме такая была вязкая игра, мне кажется, чуть-чуть. После 3-2, как бы Кита, он в нас вселил уверенность, что мы сможем дожать соперника. Где-то уже и мячом владели. Ну вот совершенно, опять же, 30-секундная пауза, вот это выпадение из игры. Пропускаем 4-й, пропускаем 5-й. Ну и как бы надлом здесь произошел. Хотя я команду призывал, забейте хотя бы что-то, чтобы были шансы, ну, повыше в ответной игре.